В эпоху Петра Великого, достославное время рождения Российской империи, еврейский вопрос не стоял в числе наших насущных проблем. Это был выбор самого Петра, подписывая в 1702 году указ, который приглашал иностранных мастеров в Россию, государь сделал оговорку «кроме евреев». И это было мудро. По-человечески мудро. России предстояла встреча с Европой. Нам нужно было учиться у Европы, узнать Европу. Нам предстояло пережить настоящую революцию, устроенную Петром. Страшный разгром русской жизни, насилие над церковью, над традициями. Слава Богу, что в этой революции евреи участия не принимали. Слава Богу, только их здесь еще не хватало. Когда императрица Екатерина II появилась на российском престоле, положение, созданное Петром империи, было достаточно прочным. Приближалось 50-летие Петербурга. Все как-то успели прийти в себя, устроиться. Однако положение самой императрицы было, напротив, ненадежным. Очень ненадежным. Немка, супруга смещенного гвардии императора. Она имела сомнительные права на российский престол, а потому должна была действовать популярно, но непременно действовать. Через несколько дней после переворота она лично явилась в Сенат. И этим привлекла всеобщее внимание. Ни ее муж Петр III, ни предыдущая императрица Елизавета Петровна не утруждали себя государственными заботами. К тому же Екатерина была хорошо подготовлена к своей роли, к правлению огромной страной. Ее 30-летнее правление будет одним из самых блестящих в России. Однако первый вопрос, с которым она столкнулась на государственном поприще, поставил ее в весьма затруднительное положение. Это был проект решения еврейского вопроса. Речь шла о разрешении евреям приезжать в Россию. Ну, конечно, это был не самый важный русский вопрос. Самым важным вопросом была пустая государственная казна. Армия уже 8 месяцев не получала жалования. И хлеб в Петербурге стоил уже в 2 раза дороже. Но это были, так сказать, внеочередные вопросы. Их нужно было решать в пожарном порядке. А в Сенате, как в законодательном учреждении, были вопросы плановые. Их решали неспешно, в том порядке, в котором они записывались в журнал Сената. Когда императрица явилась в Сенат, сенаторы приступали к рассмотрению по журналу еврейского вопроса. Молодая императрица призадумалась, надо ли разрешать евреям приезжать в Россию. У Екатерины не было предрассудков относительно евреев. Ну, как не было их в той среде, где она выросла, в просвещенной части немецкого общества. К тому же терпимое отношение к евреям было достоинством в глазах французских просветителей. Их мнением она дорожила. Ну, как воспримут это ее российские подданные? Не повредит ли решение этого вопроса ее репутации? Как-никак это ее первое политическое решение. Сенатор князь Адоевский помог императрице в ее затруднении. «Не желаете ли, Ваше Величество, — сказал он, — не желаете ли, прежде чем решить, взглянуть на то, что императрица Елизавета начертала на полях подобного решения?» Екатерине II, конечно, напомнили, что история-то давняя, что касалась она торговли в Малороссии, в Прибалтике, главным образом, в Риге.
что тамошний люд был заинтересован в приезде еврейских торговцев. Тем не менее, реакция императрицы Елизаветы была определенной. От врагов Христовых не желаю интересной прибыли. Вот так. И на этом была поставлена точка тогда, 20 лет назад. Екатерина была не согласна с этим. Ни с решением, ни с постановкой вопроса. Но сама ничего не начертала и своей воли не объявила. Она поступила в своем характерном стиле. Она будет поступать так в иных случаях и дальше. И даже тогда, когда у нее в руках будет уже и власть, и сила, и колоссальная популярность. Да и признаться, зачем? Ну зачем писать ненужные указы? Зачем волновать своих подданных? Пусть дело идет своим естественным путем. Люди между собой сами договорятся. Она, государыня, будет следить за этим, следить за развитием русско-еврейских отношений и принимать меры, чтобы в этом процессе не было нежелательных отклонений. Вот что значит философ на троне. При Екатерине II в Петербурге полуофициально складывается небольшая еврейская колония. Эти люди постоянно живут в столице Российской империи, живут семьями. Это успешные коммерсанты с обширными планами и с безупречной репутацией. Это нужно подчеркнуть особо. Среди членов еврейской петербургской колонии не было проходимцев. Эти люди заслужили доверие власти. Не примазались к власти, чтобы обделывать делишки, а заняв прочное и достойное положение, сотрудничали с властью. И потомки первых петербургских евреев тоже верой и правдой служили России. Назовем хотя бы одну фамилию – Перец. Сын раввина Абрам Перец приехал в Петербург в 80-е годы 18 века. Брал подряды по кораблестроению. При Павле I стал коммерцсоветником. Держал в Петербурге открытый дом, посещаемый многими. И потомки Абрама Перца, сплошь достойные люди, русские инженеры, профессора, литераторы, в том числе крупнейший исследователь древнерусской литературы, академик Владимир Николаевич Перец. В лице обосновавшихся в Петербурге евреев правительство будет иметь добросовестных и компетентных экспертов по еврейскому вопросу. Они будут востребованы, особенно тогда, когда дело дойдет до разработки законодательства о евреях. Впрочем, этим займутся уже преемники Екатерины II. А при самой императрице как-то тихо и буднично произойдет небывалое в России событие. Несколько десятков тысяч евреев станут подданными Российской империи. Надо сказать, что сами евреи к этому не стремились, да их бы никто ни о чем бы не спрашивал. Произошло все само собой в результате раздела старой соперницы России, Польши. В результате первого раздела к России отошла Восточная Белоруссия, а потом будет через 20 лет второй, наконец, третий раздел Польши, Речь Посполитая как самостоятельное государство перестанет существовать. Западная граница Российской империи сильно продвинется на запад. К России отойдут огромные территории – Литва, Белоруссия, правобережная Украина. На этих землях проживало значительное еврейское население. 700 тысяч человек – треть евреев тогдашнего мира. И это уже не несколько семей, живущих в Петербурге. Это целый народ. Народ древний, необычный, непонятный, пугающий русского человека. С этим народом нужно было научиться жить вместе. Когда Екатерина проезжала через Могилев, на главной городской площади евреи установили постамент с надписью
торжествуем, как при Соломоне. Это было в 1780 году. А через 11 лет императрица подпишет указ, который положит начало печально известной черте еврейской оседлости. Смысл этого решения очевиден. Это ограничение. Евреям запрещалось жить в центральных областях России. По закону они могли проживать там, где они находились, на бывших польских территориях, в том числе в Екатеринославском наместничестве и в Новороссии. Я думаю, что к такой мере нужно отнестись спокойно и с пониманием. А главное, не забывать двух вещей. Черта еврейской оседлости вводилась в крепостной стране. Русское крестьянство, большая часть населения имела гораздо меньше прав. И второе, история русско-еврейских отношений только начиналась. Это было начало. А продолжать придется Павлу Первому после смерти не очень любимой матушки. Сказать о том, что для императора Павла Петровича еврейский вопрос значился под номером один, значит сильно исказить реальное положение дел. Проблем и забот у императора хватало. Кроме того, в еврейском вопросе нужно было разобраться, понять, что к чему. Вопрос все-таки специфический. Заняться этим делом Павел Первый поручил Гавриле Романовичу Державину. Наш замечательный поэт был тогда в летах, в больших чинах. Так он был прямой, упорный, даже упрямый. Как поэт и чиновник он желал только одного – истину царям с улыбкой говорить. Вот он и поехал в Белоруссию на встречу с еврейским миром. Поехал за истиной. Державин, будучи сенатором, ездил в Белоруссию дважды. Первый раз в 1799 году. Непосредственным поводом к поездке была жалоба евреев городка Шклова на притеснение со стороны местного помещика, генерала Семена Зорича. Император поручил Державину расследовать это дело. Судя по всему, обвинения против Зорича были основательны. Любимец государя Кутайсов уже строил относительно шкловского имения свои планы. Желал заполучить его в свои руки. Державину было нетрудно разобраться на месте в существе дела. Зорич жил на широкую ногу. Выстроенный генералом дворец поражал своей роскошью. Обеды на 100 персон, собственная музыка, балы, увеселения с пушечной пальбой и фейерверками. А какая здесь шла карточная игра? Какие собирались профессионалы этого дела? На сей счет ходили фантастические слухи. Все это требовало больших денег. А соответствующих доходов у Зорича не было. Затруднения начались давно. Приятели как-то решили помочь хлебосольному генералу и организовали в Шклове производство фальшивых ассигнаций. Благополучно погорели. Возникло громкое дело, началось следствие. Все это было еще при Екатерине. Кстати, немаловажная деталь. В свое время Зорич был фаворитом императрицы, и шкловское имение получил от нее в подарок. Разумеется, не за военные подвиги. Впрочем, это другая история, а у нас сегодня разговор иной. Зоричу нужны были деньги. Где взять? У своих нищих крестьян много не возьмешь. Зато можно взять у евреев, которые живут тут же, в Шклове. И Зорич, конечно, у них брал. Брал и не один раз. А чтобы евреи были сговорчивее, их можно как-то прижать, создать соответствующие условия.
В конце концов, это евреям надоело, и они пожаловались в Петербург. Из Петербурга приехал сенатор Державин. Стал проводить следствие. Так, Зорич Семен Гаврилович, генерал-лейтенант, многих орденов кавалер. Живет на широкую ногу. Ну что ж, на то он и дворянин, имеет право. Просвещенный человек. А кто такие евреи? И чем вообще они тут занимаются, продувные бестии? И как это они ловко всех обманывают и обводят вокруг пальца? Вот так и не смог на сей раз Державин добраться до истины и сказать ее царю. Тут нужно отметить еще одно важное обстоятельство, повлиявшее на позицию Державина. Речь идет о тяжком обвинении евреев в употреблении христианской крови. К шкловским евреям это обвинение не имело прямого отношения. Оно было предъявлено другим евреям в другом белорусском местечке, по другому делу. Однако Державин распространил это обвинение на всех евреев. А значит, евреям из Шклова нельзя доверять ни в каком деле. Император не согласился с позицией Державина и приказал продолжать дело Зорича обычным порядком, отдельно. Но Державин уже не мог переломить себя. К тому же и Зорич скоро умер, оставив 2 миллиона долга. Державину было приказано возвращаться в Петербург. Остается сказать несколько слов по поводу обвинений евреев в употреблении христианской крови. Этот устойчивый миф возник давно. В Польше он имел широкое хождение. К сожалению, Россия переняла эту традицию. Дело, возникшее при Державине, не будет последним, хотя суд тогда оправдал всех обвиняемых. Освещать эту историю мы сейчас не будем. Эта тема заслуживает обстоятельного разговора. И мы собираемся сделать это в отдельной передаче, посвященной известному делу Белиса. Тем более тема «Державин и евреи» далеко не исчерпана. Через год Гаврил Романович продолжит изучение еврейского вопроса и снова отправится в Белоруссию. Разъезжая по белорусским городам и весям, Державин увидел все прелести местной жизни. Хозяйство края было в глубочайшем упадке. Крестьяне бедствовали, голодали. Правда, размеры голода оказались не столь катастрофическими, как это казалось здесь, в Петербурге. Только в нескольких селениях у крестьян не было даже худого хлеба. Они ели щавель, лебеду, коренья. Это были владения князя Огинского. Это он своими неумеренными поборами довел крестьян до столь жалкого состояния. Державин тут же на месте приказал взять имение в опеку и купить хлеб крестьянам за счет владельца. Известие об этом мгновенно распространилось по всем окрестностям. И помещики смекнули: посланник государя шутить не будет. Стало быть, надо заранее позаботиться о пропитании собственных крестьян. Беда была в том, что крестьяне сами не хотели о себе заботиться. Весь полученный хлеб несли прямиком в Шинок, к еврею. И там пропивали. Возможности для этого были неограничены. Все базарные площади были облеплены шинками, корчмами. Их было тысячи, 5000 на одну Белоруссию. И все содержались евреями. И винокуренное производство находилось у них в руках. Конечно, мужика в корчму никто силком не гнал. Как говорится, дело добровольное. Но и соблазнительное. И обхождение корчмаря еврея было самое любезное. Радушное было обхождение. И корчма стала народным домом, клубом.
местом общения. Сюда приходили чуть ли не со всей семьей. Мужики вместе с бабами и даже девки, 12-летние дети. И так в любой день, пожалуйста. А уж в воскресенье после базара это само собой. Все вырученное на базаре сюда, в шинок. Тут все и останется. Кого же остановит мудрая народная пословица? «Кто шинка мынает, то есть минует, то и счастье зная». По воскресеньям в корчме играет музыка. Иной раз целый бродячий еврейский оркестр. Тут и непременная скрипка, и древняя цимбала, и бубен с металлическим треугольником играют пронзительно. Мужики пьют, ведут неспешные разговоры, поют редко. Напившись, жалуются на долю, лобызаются и плачут. Никогда не дерутся. Это не в России, тут народ побойчее. Наши русские кабаки долго не могли осилить великорусскую породу. А у крестьян западного края уже давно отмечались слабосилие, вялость, признаки преждевременного старения. Державин считал, что испорчен уже сам народный характер. Испорчен, конечно, водкой, следовательно, евреями. Нужно принимать срочные меры. Какие? Об этом Державин пишет в обстоятельной записке. Там все по пунктам, а в числе первых надо исправлять народный характер. В роли народных учителей Державин видит местных помещиков. Чистейшей воды утопия. И даже хуже, полное непонимание проблем западного края. Ну чему могут научить православных белорусских крестьян местные помещики, в основном поляки-католики? Польский дворянин, шляхтич, вообще не привык обременять себя никакими заботами. На то он и пан. Поэтому он и сдал все хозяйство, торговлю в руки евреев. Все отдал в аренду. Имение и те же шинки. Ведь евреям не дозволялось владеть питейными заведениями и винокуренными заводами. Все принадлежало помещику. И он же забирал львиную долю дохода от продажи водки. Евреи, само собой, тоже себя не забывали. Еврейский склад ума, деловая сметка тут очень пригодились. Конечно, и мухлевали, и шельмовали, еще как. Тут уж ничего не поделаешь. У каждого народа есть, мягко скажем, не лучшие качества. Но почему же сами не спивались, сидя на водке? Почему не спивалась беднейшая часть еврейства? Ведь не все же были шинкарями и торговыми агентами. Большая часть населения местечек – это нищая масса. Почему же она не спивалась? А потому что у них была вера. Без веры нет еврея. И у них была Тора, пятикнижие Моисея, которое читал каждый еврейский мальчик. Державин самого главного как бы и не увидел. Поразительно. В поэзии у него были величайшие прозрения. У него есть замечательные поэтические переводы псалмов, этих драгоценных творений еврейского духа. Как никто из современников, он был готов для встречи с еврейским миром. Но он смотрел на него не как христианин, а как чиновник, бюрократ, в лучшем случае просветитель. И ничего, кроме мрака, в еврействе не видел. Однако решить еврейский вопрос бюрократическими средствами невозможно. Невозможно в принципе. Бюрократическая машина Российской империи долго и упорно будет пытаться сделать невозможное.
Но об этом в следующем выпуске исторической программы «Кто мы?» в цикле «Еврейский вопрос. Русский ответ».